Старая мечеть в селе Тереклемектеп в пятничный день уже не вмещает людей, и поэтому назрел вопрос о строительстве новой, более вместительной. Уже сейчас будущая святыня объединила жителей всего Ногайского района. Строительство ведется общими усилиями и активными темпами. С подробностями Абдулла Алиев. Может ли одно важное дело объединить целый народ? Глядя на то, как жители Ногайского района дружно строят мечеть в селе Тереклемектеп, можно ответить на этот вопрос утвердительно. Новая мечеть станет самой крупной в муниципалитете и будет вмещать около 2000 человек. Все работы ведутся за счет денежных поступлений от неравнодушных людей. Строительство идет у нас всем народом, определенного спонсора нету. Все стараются внести свой посильный вклад в это строительство. И, альхамдулилля, буквально за считанные месяцы залит фундамент этой мечети. И что мы сегодня видим. И дальше планируется вот засыпка этого фундамента, и уже пойдут колонны, строительство колонн. Уже сейчас строение стало для многих жителей села олицетворением надежды на лучшее будущее. Ведь мечеть – это залог сохранения единства и развития духовности среди населения. Именно в них в большинстве случаев дается нравственное воспитание и ценные религиозные знания. Так считают и представители власти района. Это строительство мечети играет огромную большую роль. В первую очередь, это духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, очищение наших граждан в селе и в целом в районе. В первую очередь, хочу огромную благодарность выразить духовному управлению Республики Дагестан в лице нашего муфтия Ахмад Хаджи Абдуллаеву, нашему имаму Атангулу Ахмад Мухаммад Хаджи за то, что они начали такое огромное строительство на мечети. Как вы видите, каждый день приезжают жители со всех сел, участвуют при строительстве. Это уже как бы идет объединение всех жителей нашего района. И, иншалла, вот таким же темпом мы будем и дальше работать. Настанет тот день, когда будем заходить и совершать джума намаз. Для участия в строительстве из разных сел Ногайского района приезжают делегации, чтобы внести свой вклад в благоугодное дело. Для них это не просто возможность совершить благой поступок, это дело чести. Тереклемектеп как центр для всего ногайского народа, и мечеть, построенная в этом селе, имеет важное значение для всей нации. Ну сейчас у нас вот все рвутся помочь. Это помочь строящему мечеть – это большой садака, саваб. Сегодня приехали с главой имама, наш имам. И с села приехали человек 20-25. Сегодня работают. Иншалла, не этим днем это будет. Приедем еще. Пока на месте строительства мечети твердо стоит фундамент. Впереди еще многое придется сделать. Как быстро будет достроена мечеть, целиком и полностью зависит от оказываемой помощи неравнодушных людей. Можно смело сказать, любое пожертвование для этой мечети – это вклад не только в строительство будущего Дома Всевышнего, но и вклад в укрепление единства дагестанского народа. Строительство мечети в селе Тереклемектеп можно по-настоящему назвать историческим событием. Уже сейчас оно служит объединению жителей Ногайского района, а в будущем, возможно, станет достоянием всего ногайского народа. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Тереклемектеп.